Первым с докладом выступил заместитель министра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев. По его словам, в приоритете у министерства реализация программы по формированию городской среды, в которой задействованы не только подрядные организации, но и сами жители региона. На ее выполнение из бюджета страны выделено 403 миллиона рублей. Работы проводятся в 16 муниципальных субъектах. Планируют обустраивать как придомовые территории, так и общественные. В Красноперекопске и Армянске благоустроят парки. Предусмотрены также масштабные ремонты многоквартирных домов. Кроме этого, важной темой, по мнению участников дискуссии, стал сбор коммунальных платежей. Собираемость, на мой взгляд, достаточно неплохая. Мы, сколько процентов на сегодня? Мы в августе достигли 66%. Это в среднем по республике. Потом в сентябре было небольшое падение. Это было достигнуто за счет того, что наши департаменты труда и социальной защиты населения не своевременно внесли оплату по льготным категориям граждан. Поэтому немножко оплата просела. А так население, у которого льгот нету, оплачивают достаточно хорошо. Затронули и тему появления в Крыму единого документа, позволяющего комплексно оплачивать коммунальные услуги также виртуально. Он уже частично внедрен на полуострове, но нуждается в ряде правок. Их будут согласовывать в беседах с жителями республики. На моменте формирования расчетного центра и в преддверии запуска единого платежного документа данные встречи с населением уже проводились, но это только был рассказ, что вот это будет. На сегодняшний день он уже есть, он внедряется, пусть это еще не совсем полный, но поэтапно он дополнится. То есть до конца 2017 года мы еще раз объедем все населенные пункты, все муниципальные образования, населенные пункты, муниципальные образования, проведем встречи с гражданами. В ноябре позапрошлого года была принята программа по капремонту жилища. В нее включено более 10 тысяч домов. Необходимая сумма составит 166 миллиардов рублей. Пока собрано лишь 35 миллионов. Поэтому существует необходимость дополнительного финансирования из регионального или российского бюджетов. У нас дефицит по региональной программе составит 130 миллиардов рублей. Это вот как раз та сумма, которая нам нужна будет до софинансирования со стороны либо республики, либо Российской Федерации. Если мы возьмем достоверную стоимость работ с учетом уже инфляции, удорожания материалов, то эта сумма увеличивается. Дефицит по программе составит 209 миллиардов рублей. Деньги будут собраны частично за счет средств собственников. Доля софинансирования государства в разы превзойдет такие взносы, уверяют в фонде капремонта. Тарас Березицкий, Петр Куцый, служба новостей ИТВ.